Всем здравствуйте, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, и я Дима. Сегодня речь пойдет о цифровом розеточном таймере. Вот в данный момент у меня в руках вот такая модель. Она продается во всех Ашанах, Лентах, если это в России, ну везде, самая такая распространенная. Хочу сказать, не спешите ее выбрасывать, если вдруг она у вас вышла из строя. У меня вот такое же произошло. То есть часы работают, все работает, но когда я переключаю режим вот этой кнопкой на принудительную подачу электроэнергии через таймер, ничего не происходит. Вот. Я было уже хотел его выбросить, но потом залез просторы интернета и нашел там инструкцию, вот, и решил выложить видео также об этом, ну, сообщить вам, что его можно сделать. Для этого мне лично потребовалось купить паяльник, припой к паяльнику. У меня был паяльник, но он 100-ваттный, с огромным жалом, с мизинец, то есть им неудобно. Я взял аккуратненький маленький паяльник, 70 гривен. И припой 40 гривен, это мне обошлось. Плюс я купил деталь, которая чаще всего выходит из строя именно в этом таймере. Эта деталь называется стабилитрон. Дальше в конце видео, когда я уже перестану говорить, я вам выложу нарезку, как я это все паял, и выложу фотографию стабилитрона. Стабилитрон он на 47 вольт именно вот в этом таймере. У каждого может быть по-разному, ну, нужно уточнять. Вот, и из-за моего незнания вот этой всей радиотехники и деталей мне пришлось ездить два раза на радиорынок. Первый раз я купил стабилитрон на 24 вольта, он не подошел, я его впаял, и таймер не работал. Потом я поехал уже более глубже вник, к более грамотному продавцу подошел, мне посмотрели маркировку стабилитрона, которого я выпаял, и определили, что он на 47 вольт. Вот, и все получилось. Я его впаял, таймер заработал, ну, в итоге мои затраты составили 70 гривен паяльник, 40 гривен припой, 110 гривен. И один раз я ошибочно купил, я покупал по паре стабилитрона. В первый раз я отдал 6 гривен, а второй раз 10, то есть плюс 16 гривен. Итого 110 плюс 16, 126 гривен я потратил на ремонт таймера. Такой новый стоит 220-230 гривен сейчас. Поэтому, кому интересно попаять, поковыряться, ребята, тут все очень просто и можно это сделать. Не выкидывайте эти таймеры. Вот. Ну а дальше будет видео, я вам сейчас покажу, как я это делал. Нарезочку сделаю. Смотрим.